задача стоит перед личным составом сложная. Дело в том, что все цели, они замаскированы. Дан район, большой район. И в этом районе надо найти непосредственно те цели, которые были определены. Личный состав прибыл подготовленный, показывают высокие как теоретические, так и практические навыки. Лучшую сторону отмечается подразделение 41-е. Лагерь подготовки боевиков, УСБ палаток до 25 штук. Передвижение в лагере не наблюдается.